В общем, всем привет, ребята. Сегодня 15 марта, и у Миши сегодня день рождения. Ему исполняется годик. Вот. Это я сейчас ему буду давать завтрак, точнее, насыплю. Еду в миску, и мы будем гулять. Я также буду все снимать, можно сказать, ну вот, до 12. Буду снимать, как мы будем праздновать его день рождения. Вот. Давайте, пойдем. Я беру поводок обычный, наш. Так, а теперь мы сейчас, я это все оставляю, и мы идем спокойно. Миша гуляет, сейчас все тает, но, как сказали, в понедельник, Миша нет. Идем, как сказали, в понедельник будет минус 19 марта, блин. Миша нет, нельзя, пойдем. Я ему вчера шейник снимала, потому что причесывала. Миш, пойдем. Пойдем, пойдем. Товарищ, пойдем. Миш, пошли, все, потом поедим. Привыкай давай. Мы так уже не первый раз делаем. Все. Еще вот мы вышли. У нас туман. Конечно, не самый лучший день. Миш, пойдем. Все, пойдем, пойдем. Вот. В общем, так вот у нас. Также мы учим, наверное, уже сказала, ходить без полотенца на улице. Вот, чтобы он привыкал к этому. Он был очень там пришел без полотенца, но он был еще не адаптирован к месту. Вот, и он ходил постоянно со мной. А сейчас я хочу, чтобы он взрослый ходил без полотка и слушался. Вот. Также отработка клички. То есть, Миша! Вот он сразу подошел, похвалил его. И вот так вот, чтобы он на улице. Мы сейчас зайдем на другую улицу, это поворот. Потому что на своей улице я его особо отпускать не хочу, потому что там вот может идти собака, человек, собака, и все. Его не догонишь. Да еще. Но пока что не получается. Вот. Сейчас я делаю такое. Мы, когда выходили за поворот, увидели, что там машина с собакой. Это добро не кончится, поэтому мы пойдем в другую сторону. Вот. И погуляем здесь в другом месте. Потому что там, но у нас не получится хорошо пройти. Так что собака будет. Почему-то овчарка. Ой, ты скулишь на коне. Очень смешно. Знаете, кому интересно, у Миши уже лапа. Ну, как бы, заживает ему хорошо. Он как бы срезал вверх подушечку. Сама ранка под ней. Так что, пока что все хорошо. Миша! Так вот, так как я уже сказала, там оказалась собака, мы идем по другому пути. Немножко там побудем, возможно, на поле. И все, и пойдем домой. Потому что дома он тоже еще сможет прогуляться. Ай, Миша, не написать. Ай, бро, пойдем. Миша, пошли. Пойдем. Миша, стой. Миш. Молодец, хороший мальчик. Не люблю я такую историю. Ну, что, приходится, Миш, тут нет ничего. Миша! Миша! Стой! Иди сюда. Молодец. Это такое опасное место, потому что здесь дорога. Миша может в любой момент выбежать, потому что он еще совсем глупенький у нас. Вот. И тут может быть собака, еще кто-то. Ну, в общем, вот. Я вижу, что он уже гулять не хочет. Тем более, мы с ним гуляли так недавно еще. Вот. Если мы еще перед обедом погуляем, то ему пока что хватит. Вот. И сейчас мы пойдем домой. Пойдем домой. Я ему скажу команду домой, и он пойдет.
Миш, иди домой, кушать. Иди домой, быстро. Главное, чтобы домой побежал. Миш, домой иди. Иди домой, кушай, давай. Давай, давай, давай. Быстро топай, давай. Давай, ну. Вот он побежал уже, более быстренько, живенько. Вон он домой побежал. Здесь его видно, а то я не очень вижу на камере, что я снимаю. Вот, ну, в общем-то, такие дела. Да пойдем, пойдем. Иди, иди, да. Иди. Подожди, поводок сниму. Ой, Дюнди. Да кушай, кушай. Ой, хороший. Сейчас скоро тебе еще вкусняшки будут. Миша сегодня без тортика. Я не вижу этого смысла. Можешь и что-нибудь другое поесть. Вот. Ребята, немножко в шоке, если вы видите. Это комар. Тут летит комар. Вот он. Вон он. Блин, он пропал. Он только что вылетел просто из снега и полетел. Я в шоке. Еще, ребята, сейчас я Мишу расчешу. Вон он сидит как раз. Сейчас я его расчесывать буду. Вообще вот сколько шерсти. Но так ее немного, потому что у сейчас нет. Если ребята, сейчас вам покажу команду, которую мы выучили новую. Но кто следит за моим ВК, тот уже знает. Давай, Миша, иди ко мне. Цифровую мы выучили. Вот. Чтобы для вообще как бы для всех, кто приходит в гости, еще буду учить цифровую разную команду. Мне эта команда очень понравилась, если честно. Очень хорошо зашла у нас с Мишей. Ну, еще Миша умеет ловить вкусняшку, но сейчас, возможно, он не поймает. Я не знаю, сейчас попробую. Миша сидеть. Ждать. Ой. Ну, это слишком. Миш, куда ты так подвинулся? Давай сюда топай. Подвинулся максимально близко. Сидеть. Ждать. Ой. Ну, в принципе, ловит нормально. Иногда бывает. Но что, у меня не получается, потому что плохо видно. Вот. Кому сегодня год? Тебе. Тебе. Тебе год. Миш, тебе год. Тебе сегодня годик, мой хороший мальчик. Ты взрослый такой. Поздравляю тебя. Пойду сейчас вкусняшки тебе принесу. Еще, ребята, сделала такой тортик. Тут как бы надпись Миша, но тут непонятно, потому что косточки очень плохо лежат. Вот, но это без разницы. Потом я еще вот сустав, и там у меня еще яблоко. Я ему дам сначала тортик. Сиди. С днём рождения тебя. Ой, тортик-то. Ну что, будешь? Сейчас. Ждать. О. Иди кушай. Что только все свет. Mm-hmm.
Да все, дети. Тихо, что вам что-то на меня идет. Сейчас скоро ему дам еще яблоко и сустав. Нет, Миш, давай доедай. Вот смотришь, как ты едешь. Миш, отвали, пожалуйста. Покушай. Так. Да, Миш, ну ты что, слеповат, что ли? Вот, еда. Молодец. Ай, ты чё? Миш, аре, нельзя сидеть. Ждать. Ой. Там... Ай. Ты, тихо, сидеть. Что такое, Миша? Чё за дела? Кто так себя ведёт, а? Аккуратно. Нет, грызи. Кусай. Кусай. Да не руку мою кусай. Миш, аккуратно, понял? Аккуратно. Аккуратно. А еще аккуратнее можно? Можешь просто пооблизывать, да? Ты что, на, иди, грызи. Ой, боже мой, все, ладно, кусай. Давай доедай. Так, это не едим. Молодец, молодец. Ребят, так же скоро я ему дам сустав. Миш, давай, лежать. Лежать. Молодец. Сидеть. Сидеть, давай. Сидеть. Встать. Хорошо. Ждать. Иди возьми. Все. Вообще, ребята, если вам понравилось это видео, поставь палец вверх. Подпишись на мой канал. И поздравь Мишу каким-нибудь хорошим комментарием. Ему будет очень приятно, и мне тоже. Я ему передам. Вот. И пока что всем пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока.